ставит шейки. А вот тебе и Флайм, а вот тебе и Фисурка, а тут же и Фантом Лансер. Вышли с базы два героя без выкупа. А, вот а это, все, кстати, все знают. Вот это, кстати, Ликвид почему-то не ожидали. Все все знают. Да, это было очень странно. Причем они скан нажимали, и там он один раз мигнул даже красным. Если я все верно помню. Ну, странно, странно, что такого момента не ожидали на самом деле. Могли бы остаться пара героев. Как мы видим, один шейкер такую драку инициировать может легко. Ну, он и инициировал. Ему по большому счету плюс один нужен просто герой, и они мертвы. Так и получилось. Все так и получилось. Сомнус и Ами ломают уже казармы в центре. Да, теперь ничего ждать не надо. Когда ты вот такой пик делаешь, два персонажа просто гибнут, ты спокойно заходишь и забираешь еще одну сторону. Вот на третьей могут снова быть трудности. Вопрос там по Тине все еще открыт. Но я думаю, что они не будут торопиться. Им а им некуда спешить. Некуда. У них настолько все гладко складывается. Нет этого факта. Тут же FY. Ой, а это, наверное, первая ошибочка серьезная. Слушай, все, все, в тильте. LGD в тильте. Так, пока Сомнус страдает от майн-контрола. Все, не пробивает там больше Урса. Да, Ами, Ами нападает на Матумбамена под глобал. Контр-атака от LGD. Но пока не так много людей погибло у Liquid. И алебарда! Алебарда по Урсевичу! Связывают лапки Мишки. Умирает Мишка. И Миракл тоже умирает. Нет. А все без выкупов. Ни у кого нет выкупа. Это конец для Liquid. И это LGD, которые уходят в топ-3. Последняя надежда Китая. Последняя команда из Китая. Но уже в топ-3. Первая команда в топ-3. Первая команда, которая... Да, ну, по сути, это первый полуфинал Винров. И это было... как бы намекает, что опять эта традиция. Слушай, с чередованием годов. Западный коллектив, восточный коллектив. Я очень много слышал информации. Тут ходили за кулисы, там многие ребята, которые за нами сидят, и аналитики часто говорили, что тут для Liquid должно быть все просто. Они должны смотреться сильнее, они должны быть увереннее, они смотрелись лучше. Но LGD после победы над ВП, феноменальной победы на первой карте и просто серьезнейшей игры на второй, Liquid они не то чтобы не ощутили, это была сложная игра, как бы там ни казалось. Понятно, это еще на драфте было заметно, там действительно была какая-то битва, да, разумов, там попытки сменить комбинации. Они отдали этого Ио с Гирычем. Это же... Это так сильно должно было ударить по морали Liquid сейчас. Но забрали шейкера в то же время. Немного вот это изменение. Так и у тех шейкер был в прошлой игре. И чё? Так в этом-то и фишка. Шейкер-то был против его гирокоптера. И здесь был шейкер против его гирокоптера. Его не хватало. Чуть-чуть. Вот лучше в себе шейкера, наверное, заиметь. Если бы.